Активисты убитых дорог предложили рассмотреть на комиссии запрет левого поворота с юбилейной на улицу Яна Райниса в Пскове. По мнению лидера движения Александра Васильева, запрет поворачивать, который установила городская администрация, это не решение проблемы, поскольку теперь жителям Корытова тяжело попасть домой, а аварии стали происходить на соседних перекрестках. Население собирает подписи под петицией. Напомним, в связи с закрытием на ремонт моста 50-летия октября на прилегающих улицах часто стали образовываться автомобильные пробки. При левом повороте с улицы Юбилейной на Яна Райниса участились аварии с пострадавшими. В связи с этим поворот был блокирован. Здесь очень важно собрать все предложения, которые есть, рассмотреть уже на комиссии по безопасности дорожного движения, для того, чтобы всесторонне и объективно вот этот вопрос увидеть и принять правильное решение, чтобы здесь были созданы оптимальные условия на момент проведения работ. Изменения в организации городского движения активисты убитых дорог уже начали заносить в интерактивную карту. Она размещена на сайте движения и помогает отслеживать последние изменения, большинство из которых приняты благодаря действиям общественников.